Сегодня же состоялась встреча Дмитрия Медведева и Михаила Игнатьева. Добрый день. Привет всем. Толстич. Мы посмотрели с вами хорошее производство, которое открыто в Новочебоксарске. Реально абсолютно современное. Надеюсь, что у него будет хорошее использование и на территории республики, и на территории страны всей, и за ее пределами, в смысле экспортное использование, потому что это передовые технологии, причем которые не останавливаются, а развиваются. Но, понятно, жизнь состоит не только из открытия новых производств. Председателя правительства интересовало социально-экономическое развитие республики. Какова ситуация на рынке труда и насколько активно строятся в регионе детские и дошкольные учреждения? Общеизвестно, что в этом году завершается реализация партийного проекта «Единой России. Детские сады детям». И главы регионов должны это отчетливо понимать, сказал Дмитрий Медведев. Михаил Игнатьев сообщил некоторые показатели, характеризующие республику как динамично развивающийся регион. По прошлому году у нас макроэкономические показатели неплохие. Индекс физического объема промышленного производства составил 104,5%. Вот жилья составило 103%. Глава республики сообщил премьер-министру, что на этот год перед строительными организациями поставлена амбициозная задача – сдать 1 миллион квадратных метров, сделав упор на строительство жилья эконом-класса. Приезжали, смотрели, там большие стройки, массивы новые строятся. Михаил Игнатьев поблагодарил Дмитрия Медведева за помощь, оказанную Новочебоксарску. Войдя в федеральную программу поддержки моногородов, руководству удалось создать несколько новых производств. Уровень безработицы в Новочебоксарске сократился с 9,5% до 0,5%. Здесь начал развиваться лучше в динамике средний бизнес, малый бизнес. Потом открылись ряд производств. Дмитрий Медведев попросил обратить внимание на ситуацию на ипотечном рынке и сказал, что на уровне российского правительства рассматриваются возможные варианты субсидирования. Делать это будем вместе с вами, вместе с регионами, поэтому будем наладить здесь работу в рамках той работы, антикризисной работы, которую вы ведете по поручению правительства и создать свои подразделения на сей счет. Так что давайте на это тоже будем обращать внимание в течение этого года, потому что это очень важная задача.